В Уральске открылась выставка работ фотографов из Алтайского края. Она проходит в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Особенность выставки в том, что фотографии сделаны старообрядцами. Снимки показывают их быт, церковные обряды, а также воспевают красоту природы Алтайского края. Роман Копняев побывал на экспозиции. Мало кто знает, но Уральский старообрядческая церковь живет своей особой жизнью. За непрезентабельным фасадом храма скрывается свой мир. Убранство церкви скромное, но староверы никогда не гнались за богатством и великолепием. Да и вера еще с древних времен находится в оппозиции официальной православной церкви. Старообрядцы до сих пор молятся Богу двумя перстами. Мы молимся Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешно. Вот. А это именно... То, что на виду. Да, это, то есть это, например... Об этом известно, что протопоп Аввакум, когда вот его сжигали с подвижником, недавно была его память, что есть картина даже такая, как он поднял двуперстие. Вот, говорит, будете таким крестом креститься, вовеки не погибнете. Организатор выставки Александр Холмогоров. Он фотограф и бизнесмен из Алтая. Кроме него здесь представлены работы и других любителей и профессионалов. Фотовыставка уже везде побывала в России. И вот она сейчас вот собирается митрополит наш Корнилий с Александром Константиновичем ехать в Китай. Потом у них еще несколько стран попросили привезти эту выставку. То есть она уже побывала везде, ее очень многие знают. Большинство фото на выставке не постановочные. Они словно бы выхвачены из жизни. Красота природы, красота лиц, красота жизни. Выставка в старообрядческом храме Пресвятой Богородицы открыто совершенно бесплатно для уральцев. Глядя на вот эти одухотворенные лица, здесь можно отдохнуть и душой, и телом. Уральцы завороженно смотрят на фотографии. В каждой работе скрыта потаенная загадка. Видно, люди сохраняют искренность, сохраняют первоосновы веры, которые были заложены отцами и иерархиями. И вот, глядя на эти фотографии, поражает та чистота, поражает красота глаз, лиц, одухотворенность. Выставка продлится до 20 января. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабрев, ТДК-42.